Добрый день, меня зовут Марат, я сертифицированный тренер по системе Pilates, супервайзер групповых программ World Class и врач-травматолог-ортопед. И сегодня мы потренируемся по системе Pilates с Эмином Гариповым, капитаном сборной России по спортивной гимнастике и заслуженным мастером спорта. Как мы знаем, у Эмина есть травма правого плеча и в анамнезе операция, и будем строить тренировку с учетом этих особенностей. Плюс система Pilates в том, что она универсальна и позволяет, учитывая особенности человека, его желания, его цели, сформировать правильный тренировочный план. Эта тренировка, эта система преследует две основные и главные цели. Это создание крепкого мышечного корсета или центра силы нашего тела и вытяжение позвоночника, то есть создание вытянутой красивой осанки. И сегодня попробуем в очередной раз применить эту систему по отношению к Эмину, которая уже имеет очень хороший уровень по занятиям этой системы. Ложимся одним красивым движением, буквально вливаемся в ножок, в руки до корпуса. Мы начинаем работу всегда со стандартной серии, которая называется footwork. Она позволяет разогреть человека, разогреть его ноги, его центр и сразу выявить особенности, над которыми стоит работать в дальнейшей тренировке. Итак, прижми плотно крестец к платформе и толкни платформу, используя свой мышечный корсет, свой центр силы. Возвращайся под контроль. Сделай вдох и вдох. Вытяни себя по всей длине, растяни свою талию и возвращайся, сопротивляясь движению. Вытяни свою шею, вытяни свой грудной отдел позвоночника. И растяни свою талию и используй свои глубокие мышцы, чтобы толкнуть платформу. Следующий вариант. Мы постоянно меняем положение стопы, это позволяет разогревать не только мышцы, но еще и с помощью рефлексов влияет на внутренние органы, на печень, на сердце, на легкие, которые можно затрагивать рефлексогенные зоны нашего организма. Слабые стороны, кстати, особенно ног, понять, над какими мышцами стоит больше работать. Здесь можно делать акцент больше на приводящие мышцы, на тонус глубоких мышц бедра. Можно включить работу приводящие мышцы, потому что конечно толкают больше. Втяни глубокие мышцы в себя внутрь и вверх. Это всегда сила, вы только что это видели, это всегда гибкость, то, что мы сейчас делаем, это всегда контроль. Вот мы можем задействовать основные качества человека в одной системе, даже в одном упражнении. Сила ягодиц центра, гибкость ахиллово сухожилия. Подключи к работе ягодицы, чуть как ты держишь сильные ноги. И три. Вверх, вверх, вверх. Раз, два, три. Вверх, вверх, вверх. Вниз, 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 тяни живот. И сгибай колени. Отлично. Следующее упражнение – сотня. Отличное загревающее упражнение, не требующее ударной нагрузки, не для чего-то интенсивного. Подвигай еще подплечников. Чуть-чуть. Ноги вверх. Выше и плечи. И сильно центр и платформу. Приготовились. И
Вдох, два, три, четыре, пять, выдох, два, три, четыре, пять, вдох, два, три, четыре, пять, выдох, два, три, четыре, пять. Это одна платформа еще больше используется в мышечной косе, используя глубокие-глубокие мышцы. Прижми здесь на руке, еще прижмись, прижми на платформе, положи, отлично, держи его в себе. Помню про те самые глубокие мышцы, которые ты активировал в предыдущих упражнениях, глубоко-глубоко втяни их. И растяни пружины еще больше. Чем длиннее пружины, тем длиннее твоя спина. То есть активируй глубокие мышцы приводящие. Угу. Включай их работу. Отлично. Судя, потому что мы делаем 100 ударов. Уже руки. Продолжай толкать платформу. Вдавливайся в нее. Вдавись в нее еще сильнее. Отдых. Сгибай колени. Разогрелся? Ну а супер. Даже щеки порозовели, только что это активировалось. Отлично. Когда мы окончательно разогрелись, можем двигаться дальше к более интенсивным упражнениям. Вставай. Отличное упражнение для рук и для растяжки. Садись. Ко мне спиной. Вытяни свои ноги. Сядь чуть-чуть больше вперед. У тебя остался примерно расстояние ладони под копчик и до края. Отлично. Две руки, серия гребля. Если ты помнишь, да, посмотри на свои часы. Отлично. Опусти свои плечи. Пробуй использовать талию, вытянуть свой корпус вверх. Не включай работу спину. Да, только мышцы пресса. Вытяни вверх. Итак, с круглой спины опускаешься в полуамплитуду вниз. Отлично. Вытяни свою талию. Втяни живот. И толкай платформу. Держи себя внизу. Вот не только руками. Потянись еще. Отлично. И двигай себя вперед. И подними спину вверх. Куда? Носом вниз. Вот эту часть поднимай вверх. Подтягивай как можно выше. Тянись носом коленком. Нормально? Да. И руки через стороны. Потяните к носкам и продолжай себя растягивать. Втягивай живот. Отлично. И выйди снова в исходное положение. Возьмем следующее упражнение. Руки перед собой 90. Угу. Чуть раскрой локти. И снова вытяни свою спину больше вперед. Спина прямая. Вперед. И вверх. Отлично. Куда? Опусти локти. С прямой спины наклоняешься назад и вытягиваешь себя еще больше. А теперь вверх и вперед. Вытяни свои руки еще больше. Вытягивай. А теперь ты ныряешь вниз, руки через сторону, соединяя крестца у крестца. И подними свой грудной отдел чуть вверх. А носом тянись все нет. Сейчас. Держи руки так же. Держи. Надави на мою руку. Надави еще. Отлично, давление в прессом. Поднимай ребра. Вот так. И теперь ты так держишь себя, чувствуя лифт и вытяжение в своей спине. Вперед. И проваливайся до здесь. Отлично. Втягивайся больше. И восходная. Харикейтли. Обходи. Сидя на боксе позволяет отлично поработать мышцы рук, включая их вместе с гибкостью грудного отдела. А, вот это. Вставай на фор. Да. Можно? Отлично. Ложись. Надеюсь, твой, чтобы грамм чуть больше назад. Назад еще. Отлично. Прекрасно. 4 петли. Вот уже. Опусти руки вниз. Отлично. Ближе пол. Держи пятки вместе. Оттягивай свою талию мышцы живота. Сделай уверенное движение руками вниз и вверх. Через пол. Да. И вдох. Чуть поуже. Толкни платформу чуть-чуть больше вперед. Вытягивай свой живот, вытягивай вниз лицом вперед. И вниз сопротивляйся движению. Выдох. Еще раз. Вверх и вдох. Плечи к работе широчайшие. Попробуй потянуть лопатки вниз по спине. И вниз, и выдох. И последний раз. Вверх и вдох. И стремись вперед своей грудной клеткой. Расправь плечи еще больше. И выдох. И идти навстречу мечте. Так возможно. Руки в стороны. Чуть-чуть больше отпусти. Отлично. Повыше. Подними голову. Вверх и вдох. Включай работу широчайшие мышцы. Попытайся мизинцами потянуться к своим бедрам. Включай работу мышцы спины еще больше. И через стороны выдох. И вверх и вдох. Тягивайся лицом больше вперед. Старайся высоко не подниматься. Грудь тянется больше вперед. И выдох через стороны. Отлично. Бери петли в левую руку. И спускайся влево на пол.
кулаки. Ставь ноги на борт и садись ближе к краю. Отлично. Ложись. Подтягивай себе, я располагаю руки. Ноги в сторону. Отлично. Положение для группировки. Обязательно включить работу мышцы пресса еще больше. Почувствуй пресс, растягивай спину. Отлично. Подними и руки, и ноги вверх. Разведи их чуть в стороны. Сделай круг ногами. Здесь руками ко мне. Отлично. Вдавись платформу еще чуть больше. И активируй глубокие мышцы. И восходная. Сгибай колени. Делай то же самое с дыханием. Вверх и вдох. Чуть в стороны выдох. Вдох, вдох, вдох. Забри. И вдавливайся, как делал это в сотню. Платформу. При этом руками тянись больше ко мне. Растяни свою спину. И восходная. Давай еще раз вместе с дыханием. Вверх и вдох. В стороны выдох. Круг и вдох. Вдох, вдох, вдох. Задержи дыхание. И вдавись платформу. Вдавись. И выдох и сколько. Отлично. Сделаем тизерс. Чуть-чуть повыше. Угу. Балансируй эту платформу. Потяги ноги к себе. Разведи руки в разные стороны. Если все в порядке, можно ставить свыше. Вытягивай ноги, опускай их вниз. Из этого положения подними голову, подними ноги до высоты глаз, переведи руки в одну линию с своим телом, поднимайся вверх, прекрасно, руки чуть поуже, попробуй вдавить грудную клетку чуть больше в себя и вытянуть свою талию, спину вверх, руки опускаясь вниз до карманов, раз, вверх, вытянись, вниз. Теперь делай это руками, делай своим мышечным корсетом, подними руки своим прессом, глубокими мышцами и вниз. И еще раз оставь руки наверху, так далеко не заводи. И позвонок за позвонком опускайся вниз, а пальцем все еще тянись ко мне. Ко мне пальцем. Ко мне. И расслабься. Расслабь свою голову, расслабь свои плечи. Отдых. Возьми петли в правую руку. Брось их на пол. Садись. Отлично. Опускайся влево. Да? Длинные вытяжения. Руки на пол. Отлично. Прекрасное упражнение. Не только для работы пресса, но и создание правильной осанки. То есть человек понимает сфоткать. Готов. Понимает, как правильно вытянуть свою осанку и закрепить эти мышцы по всем теле. Отлично. Взгляд вниз перед собой. Растяни этот отдел. Не надувай. Вытяни. Сделай длинными прямыми. Толкай платформу, медленно сделай вдох. Еще медленнее вытягивайся вперед. Начинай работу шейные мышцы. О! Еще раз. И вдох. И вытягивай себя вперед. Давай. Как будто тянешь петли руками. И последний раз. Еще пару раз. Копчик под себя чуть-чуть. Вытягивай себя здесь, здесь, здесь. И последний. И выдох, выдох, выдох. Опускайся на колени вниз. Пошире колени. Ставь стопы пошире, прижимай их подплечником. Прекрасное упражнение для раскрытия грудной клетки. Смещаешь таз вперед, раскрываешь свои плечи как можно больше. Отправь взгляд вверх, вслед за взглядом потяни это тоже вверх. Попробуй раскрыть свои ключицы. Так как толкай под фоном пятками. Теперь плечевая будет приводящей мышцы, мы делаем для этого. И поднимайся вверх. Шея чай, приводящий. Так ты будешь чувствовать, как работает твой ног, как он тебя стабилизирует. Это то же самое. Это делать сильные ноги. Ты можешь добавить больше раскрытия вверх, 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 взгляд вверх. Еще раз. И вытянуться лицом вверх. Да, вслед за лицом, раскрывай свои ключицы, ключицы, ключицы. Еще не вверх. Оттолкнись руками. Оттолкнись руками больше. Отталкивайся. Подними мою руку. Поднимай. И толкай. Забывай оттягивать мышцы ножку, себя стабилизировать. И поднимаем руку вверх, 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 вверх. Отлично. Перемести руки чуть повыше на подплечник. Да, тоже просто более удобно. Итак, пятки подними вверх. Отлично. Потянись коленями вперед. Почувствуй, как твой пауэрхаус вытягивает тебя от платформы. Начни потихонечку выкладывать свою спину. Опускай вниз грудной отдел. Опускай вниз средний. Нижнюю часть спины.
и позволить пазу просто повесить туда остаток. Ты пробуй удариться спиной в край платформы и толкнуть именно давя спиной в край платформы. Давай. Стоп. Теперь не двигай платформу, поднимай таз медленно вверх. Вверх, 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 вверх. Только теперь ты можешь двигать платформу до конца. Закрой руку и вытягивай следующую коленку. Вытягивай. И опускаешь себя позвонок за позвонком вниз. Надави чуть в край платформы и толкай. Не двигай платформу, раскручивайся и возвращайся ко мне. Вверх. В обратном порядке. Толкаешь туда. Помнишь, ты стоишь свою пару, потому что это штуку платформу. Опускаешься вниз, надави в край платформы. И вверх. И последний раз туда. Надави в край платформы. Копчик можешь подкрутить вниз. Вот наоборот, в другую сторону копчик. Да. И толкай. И поднимай вверх. Возьми за подплечники крепче и потяни себя. Опускай позвонок за позвонком. Отдых. Спускайся влево. Правую ногу ставься. Супер, почувствуй, как дальше пальцы были. Левую ногу ставишь сюда, потому что у тебя пальцы были под уровнем с этими крючками. Отлично, сгибай эту ногу. Даже уже в следующее время я опустил руки внизу, отрецелируем свой таз для начала, создать максимальное выравнивание, чтобы детей ровную спину, чуть растяни чуть больше. Отлично. Я опустил таз пониже, толкай платформу только за счет работы колена. Да, отталкивай колено вперед и толкай платформу. И возврат. Включить работу мышцы задней поверхности бедренного толчка. И толкай до конца. И возврат. Стоп. Маленькая амплитуда. И вверх. И назад. Теперь потяни эти мышцы вверх и в себя. Левую бери, толкай вниз и от себя. Супер. И. Используй пауэрхаус, толкай платформу вверх вниз. Отлично, закончили. Теперь ты перемещаешь стопу так, чтобы у тебя пятка была здесь. Теперь ты можешь вывести вверх. Потяни живота в себя, напряги правую ягодицу и вытяни себя вверх. Толкай его в левой ягодице. И. Еще. Отлично. Через roll forward опускаешься вперед. Худо спиной, позвонок за позвонком. Отлично. И у нас сейчас попробуем исходное. Ставишь левую ногу в центр, правую и спускаешься вправо. Уходишь с плеча, а потом на дверце сюда. И поднимай платформу, используй свои мышцы ног, опусти плечи. Вниз слушай. Вверх. Молодец. И вниз. Чуть-чуть интенсивней. Теперь испытание. Толкни себя вперед. Толкай вперед. И не касайся меня. Не касайся меня. И вниз. Да? Не проваливайся здесь. Да? Все это здесь чуть-чуть растяжение. Молодец. Отлично. И вниз. Одной ноге. Готов? С одной. С подъемом ноги. А вторую тоже. Все, закончили, значит. И садись. Отлично. Пробуй поднять ноги, не используй свою поясницу. Поднять ноги, включая здесь. И 8 ударов. Отлично, подними вверх и опускайся с ощущением здесь растяжки. Отлично, опускайся вниз до конца. Потяни руку в себя. Разворачивайся. Уходим через центр. Да. Ты пучок вверх будет? Да, нормально. Вытяни свою шею. Помнишь, как ты давил на руку, как на руке карабкался вверх? Отлично, когда я руку, то есть шея тут уже длинная. Тяни низ живота. Давай. Вытяни себе широчайшие мышцы вверх. Подними ключицы вверх, широчайшие. Еще. Отлично. Оттягивай ноги. Просто к себе. Да, используй нижнюю часть. Ноги прямые. И вверх. Молодец. Тяни низ живота. Тяни низ живота, подними ключицы вверх. Ты сейчас можешь делать? Да, если вы берете руку, будет гораздо легче. Будет легче всем. Делай то же самое, чувствуй, как ты здесь ноги, должны растянуть себя здесь. Попробуй. Ключицы вверх. Вверх.
вверх, и опускайся, сопротивляясь движению, чувствую контроль движения. Контроль, 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 контроль. Отлично. Опусти вниз, тоже будет. Раунд два. Так, снова мышцами подними себя вверх, пытаясь не заваливаться назад. Если будешь отгибать колено, попадет с помощью своей правой талии. Вот правой талии раз, вот правой талии два, и три. Стоп, перехватывайся выше. Отлично, вводи за лодыжки. И потяни себя больше вперед, растяни свою спину, округляй спину. Закрывай руку, опускай нос вниз. Почти твоя спина растягивается, потому что ты не проваливаешься здесь. Ты эту область толкаешь вверх меня. Молодец. Таким менее фигуры отправляешь назад, 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 стоп. И двигайся руками по ноге, опускай себя вниз, 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 стоп, секунда. Втяни свой живот, надави платформу, начни раскручиваться, уводи руки через голову назад. Поставь их на пол, не расслабляйся, мышцы, пока свет. И растяни свою спину. Отлично. Включай работу мышцы пресса, подними свою голову. Помогай себе животом, возьми руками сразу за лодыжки. Молодец. Ух. Потянись, конечно, подними свою спину, вытяни, вытяни. Выпрямляй, да, но вытяни. Уводишь себя вперед, 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 нос вперед, нос вперед. Раскрутись снизу вверх раскручивайся. Голову в такой момент подними, хвати за свою стопу. И попробуй поднять свои ключицы вверх с помощью живота, как мы это делали. Снова подними грудную клетку вверх, опускай свои плечи шире, шире, шире. И вверх, и вверх, и вверх. Ад. Верни свой таз чуть больше вперед, чтобы почувствовать выравнивание таза, чтобы не заваливаешься назад. И опускайся медленно вниз, вниз, вниз и чуть быстрее вверх. До конца вправо. Еще, еще потяни через мою руку, через мою руку. И влево, влево, влево можешь положить вниз. Включи работу мышцы пресса и поднись вверх, глубокие мышцы, как мы учили. И еще раз. Вниз, вниз, вниз. Я тебя помогу. То есть закрыть свои ребра в один половину. Закрывай ребра. Вверх, 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 вверх. Через ногу пригибайся. Отлично. Опускай. Попробуй мою ногу поднять. Попробуй мою ногу поднять. У меня должно получиться. Прям поднять? Да. Хорошо, мою ногу вверх. Ну, конечно, вариант исполнить. Подними ногу вверх. Вот это вот. Ну, попробуй. Нет, так нет. То же самое, то же самое. Расслабь, держи, только ягодицы, да, не плечевая буду хватать. Молодец, отлично. Вытягивай свои руки. И теперь не заваривай таз назад. И вверх, к ноге, давай. И вверх, тяни пальцами к ноге. Пальцами к ноге, к ноге, к ноге. И еще раз. И три, два, один. Корпус вперед, 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 вперед. Молодец, еще вперед, еще, еще вперед. Вытягивай ноги вперед. И корпус, и ноги. Голову вниз. А теперь поднимай свой низ живота. Снова сделай то же самое, уже не поднимись вверх. Низ живота, забираемся с собой. Тяги, 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 поднимай взгляд, разворачивай ладони назад и вверх. И вытягивайся к потолку, а не назад, а к потолку. И уходишь вперед и вниз. И, используя округление в спине, возвращаешься обратно. Движение. Отлично. Отдыхаешь слишком сильно всех, ну что, отдыхаешь пару секунд. Готов? Да. Давай, вставай посередине. Отлично. Выпрямляй руки, повисай. И подтягивай ноги через группировку. Ходишь на ноги. Сразу одну ногу кладешь на. Попробуй себя растянуть, потянуть свои ноги, вытянуть свою спину, но не прогибаться чрезмерно. Отлично. Согибай эту ногу и клади ее сверху. Отлично. Посмотри сюда. И раскрой свою ногу. Согни колени. Опускаешь просто раз. Расставься. Растяжка. Просто растяжка. Нормально? Снова собираешь голову, опускаешь голову, входишь в исходное положение, стоп. Оттягивай ноги к животу и силы ставишь их на пол без раскачивания. Живота вверх и вытянуть себя, да, не быть здесь, быть здесь больше мышц. Отлично, возвращаешься обратно, тебе могу. С круглой спиной опускаешься вниз, чувствуешь утяжение в позвоночнике, возвращаешь руки вверх. Угу. Подтягивай ноги сначала, грудью, ноги, колени к животу, и потом вверх. Отлично. Теперь также закидываешь ноги сюда и сюда. Утяжение в своей спине, как делаю на платформе. Далее поднимаешь таз вверх, смотри на стену
Ты раскрываешь свою грудную клетку, хочешь, тебе было приятно и комфортно спине. Снова выходишь в нейтральное положение, закрывая ребра, вытягивая свою спину. Снять вверх. И делай три подтягивания, чтобы грудь поднялась выше перекладины. Раз. Держи ребра открытыми. Подключи к работе пресс. Два. Подключи к работе пресс. Три. Снова повисай. Таз. Расслабься. Просто расслабься. Сейчас твоя цель — вынуть ноги без раскачивания трапеции. Просто красиво поднять и поставить на пол. Поднять ноги вверх. Поднять ноги вверх. Молодец. И просто подтягивай ноги снизу. Сагни колени. Просто подними таз. Теперь положи его на мою ногу. Все. Можешь пока расслабиться, да? Поддевай одну ногу сюда. Поддевай вторую. Дальше мы вместе надо просто будет закрутиться. Ты уже делал? Да. Отлично. Еще? Как ты сам считаешь, если я держу крепко? Держи себя. Я потихоньку убираю ногу. И опускаю таз. Просто повиси здесь. Ты можешь положить руки вдоль корпуса. Отдохнуть. Почувствуй, как твоя спина растягивается просто под силой тяжести. Возвращаешь руки обратно. Пересгибай локти. Проталкиваешь свою голову между стоем. Еще больше. До конца. Потом меняешь положение рук. Проталкиваешь себя еще больше. И просто повисаешь. Ты можешь положить на пол. И поддаться себе тяжести. Все в порядке? Да. У твоего затылка есть деревянная перекладина. Есть. Лучше на пол сначала поставить. Хорошо. Ставь руки просто на пол, примерно по своих ушей. И отожмись руками от пола, выйди небольшой прогиб. В прогиб? Да, да. Подключить мышцы ног к работе и мышцы живота, чтобы защитить свою поясницу. Да, не надо, возвращаешься обратно, повисаешь. Отдыхаешь на пару секунд. Все в порядке с головой? Да. Попробуй сейчас поставить руки на деревянную перекладину. Делай то же самое, да, более интенсивный вариант. Делай от широчайших мышц. Давай. Тяни из живота. Подключи ягодицы к работе. И вот сейчас медленно обратно. Отлично.